Запеченный картофель с курицей в духовке. Очень вкусный, сочный. Приятно. Итак, для приготовления запеченного картофеля с курицей в духовке нам понадобятся вот такие ингредиенты. Свежий картофель, порезанный, очищенный от кожуры. Я брала небольшую картофель, перерезала его пополам. Мы добавляем немножко подсолнечного масла. И присаливаем. Перемешиваем картофель. И пока отлаживаем. Берем мясо. Можно использовать голень куриную, можно использовать крылышки. У меня сегодня куриное бедро. Итак, 4 у меня куриных бедра, и мы будем сейчас нарезать не маленькими кусочками. Мясо должно быть немножко жирноватое, чтобы было более сочное. Сочный гарнир был. Как раз пока мы нарезаем мясо, картошка немножко напитается подсолнечным маслом. Вот так мы нарезали мясо. Нам пригодится вот так любая специя, в принципе. Я использую, и мне нравится вот такая специя. Соковыта курочка с паприкой и травами. И нам понадобится для запекания рукав. В рукав мы перелаживаем с вами картофель. Блюдо несложное, легкое. А картофель с мясом получается очень вкусный. Досыпаем специю. Картофель. И перемешиваем. Затем мы перелаживаем мясо. Так же само пересыпаем специи.
хорошенько перемешиваем. Чтобы мясо равномерно перемешалось с картофелем. Застегиваем пакет и даем постоять картофелю с мясом полчасика для того, чтобы оно хорошо пропиталось специей. Через полчаса, когда картофель с мясом пропитался, мы еще хорошенько перемешиваем. Ложим на противень, распределяем и отправляем в духовку на 1 час. Запекаем при температуре 200 градусов. Итак, прошел 1 час. Мы достаем наше запеченное блюдо. Горячее. Убираем застежку и аккуратненько пересыпаем в посуду. Скажу вам честно, очень удобно. Все сразу два в одном. И мясо, и картофель. Все пропеклось. И пахнет хорошо. Очень все хорошо пропеклось. Вот такой у нас получился запеченный картофель с курицей. Очень хорошо подходит для легких салатов из овощей. Приятного аппетита!